30 августа 2024 год. Офф-топовая тема, не про ситуацию на поле боя. Просто по поводу комментариев в Ютубе, в видео, которое оставляют, как бы это сказать, русколобые, да? Вот, по-моему, хороший термин я придумал. Русколобые. Те, которые вот это, жизнь за царя, жизнь за царя. Пожалуйста, когда вы пишете, что вы там меня поймаете, что за мою голову награда там назначена, не тратьте время, понимаете? Это, ну, просто впустую потраченные буквы, часы, минуты и так далее. Ну, я правда, я с 14 года, блин, там в АТО был. Зачем вы? Вы просто, ну, заполонили уже комментариями с вами такого рода, с угрозами. Ну, это не имеет смысла. Напишите про то, что вы нас там, украинцев, победите своей ядреной бомбой там, или еще что-то такое. Ну, просто вы же флудите. Это флуд, просто поток сознания, которого у вас, честно говоря, практически отсутствует. Дайте себе труд там, ну, сформулировать хоть какую-то мысль. Угрозы бесполезны, понимаете? Ну, солдата пугать, ну, там, сержанта, неважно, воюющего человека пугать угрозой смерти. Вы думаете, мы не видим, как вы там отрезаете голову пацанам, на пике их насаживаете? Вы думаете, на нас это какое впечатление производит? Что мы хотим сбежать там куда-то через Тису переплыть? Или мы хотим вас в черные пакетики распаковать маленькими кусочками? Ну, не тратьте на это время, народ, серьезно. Русколобы. Хорошие русколобы. Русколобость. Надо будет вводить этот термин вообще в психиатрию, в описание, в характерный. Чем, когда меня будут в следующий раз спрашивать, чем русский отличается от россияне, отличается от украинца, я буду говорить русколобостью. Если буду Украина, не переймайтесь. Серьезно, не тратьте время.